Всем привет! У нас сегодня второй день нашего пасхального кача. Приготовьте яички, чай каркаде, а также слайдеры. И начнем творить. Завариваю чай где-то на 30 минут, чтобы получился очень крепкий настой. Накрываю крышкой, а далее аккуратно окунаю уже сваренные яички. Держу где-то несколько часов. Интенсивность окрашивания зависит от продолжительности. Посмотрите, какая красота получилась. Таким способом окрашивала впервые. Далее нарезаю слайдеры и устанавливаю их прямо поверх яйца. Если слайдеры не приклеиваются, нанесите на это место сырой белок или воду с сахаром, как вариант. Либо можно использовать бескислотный праймер, но тогда лучше не есть это яйцо. Я решила дополнить белые бабочки еще и металлизированными. Получилось безумно красиво. Помимо слайдеров, можно использовать еще и флеш-тату. Если вдруг они у вас остались в запасах, то доставайте и устанавливайте на яйца. Что касается их установки, тут все просто. После снятия защитной пленки они имеют липкость. Эту липкость мы прикладываем к яйцу, а далее уже смачиваем ватный диск, либо безворсовую салфетку, для того, чтобы вся эта татуировка перевелась. Когда бумажная подложка самостоятельно отходит без труда, татуировка перевелась. Приглаживаем складки и готово. Добавляем необходимые элементы еще. Oh,